Согласно сведениям имперской разведки, Цири добралась до Новиграда. Искать девушку в самом большом городе Севера было все равно, что попытаться найти иголку в стоге сена. Но Геральт мог рассчитывать на помощь друзей. Ведьмак решил связаться с Трис Меригольд. Глубочайшие извинения. Эта погода вызывает у меня ностальгию. Скучно, Серый. Тебе скучно, Серый. Испытывай моего терпения. Снова дождь. Хочешь ли ты, чтобы на тебя снизошло благословение вечного огня? Подойди, верный, и да осветит тебя... Ты смотри, как бы я тебе в глаз не засветил. И осади, а то меня тошнит от этого вашего... Ладана. Так бы сразу и сказал. Отзыв, а у тетки дьякона болела голова от рыбной похлебки. Что тебе нужно? Сразу говорю, мазь от геморроя кончилась. Что ты несешь? Похоже, твои фимиамы плохо влияют на мозги. То есть? Ты сказал пароль. Значит, хочешь купить травы. Я вижу из тебя такой же жрец вечного огня, как из меня храмовая девственница. Что у вас тут за заговор? Какой заговор? Почему сразу заговор? Я ведь не продаю ничего вредного. Просто время нынче неспокойное, так что... Так что безопаснее надеть сутану? Готов поспорить, что в этом городе за то, что ты изображал жреца, тебе грозит что-то очень изобретательное и неприятное. Я настоящий жрец и настоящий алхимик. К сожалению, трудно примирить эти призвания. Особенно теперь. Ну так как? Донесешь на меня или мы договоримся?
Ты хочешь меня подкупить? Я от жрецов не в восторге, и тебе скорее пришлось бы мне доплачивать, чтобы я отправился к ним поболтать. Тогда давай я просто дам тебе скидку. Взгляни на мои сборы и посмотри, может, нужно что-нибудь. Только мази от геморроя совсем нет. Покажи мне свои товары. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Thank you.
помоги убогому. Чего здесь? Ходит такой, морда кирпичом, людей пугает. Говорил я ему. Давай,
Здравствуй, молодой человек. Волос у тебя седой. Только по лицу и прямой спине вижу, что ты молод. Здравствуй. Чем торгуешь? Травами, молодой человек. Разные у меня травы в округе собраны. Ты бы удивился, сколько полезных былинок у дороги растет. Но не так бы и удивился. Вот, например, борец. Хорошенький цветочек. От болей помогает. А пригоршней так кучу народа перетравить можно. Очень полезное растение. И в самом деле, что еще посоветуешь? А сам посмотри, молодой человек. Раз уж ты в этом понимаешь, я тебе даже заначку из-под прилавка достану. Мне нужны кое-какие травы. Часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты?
твоим... Ты че... Как же было дело с Вольтестом-то? А-а-а! Короче, ежели тебе сегодня пару жопу лежит, завтра за нее же уйдется. Написано на лице.
Приветствую. Гляньте-ка, свет представления. Ведьмак в борделе. Что же тут странного? Ты странный, брат. Все знают, что ведьмаки выродки и ненормальные мутанты. А здесь порядочный бордель для шлюх с принципами. Говори на чистоту, у тебя в штанах точно все как у обычного мужика? Когда последний раз проверял, все вроде было на своих местах. Я хотел бы кое-что купить. Я бы лучше сыграл в карты, а для этого нужны только руки. Ну как? Все ж таки на мутанта нашла охота. Я бы лучше сыграл в карт. Thank you.
Пригодится. Эй, ты, Борчонок! Плохое ты время выбрал. Мне колчан носит, а не мечи. А ты не встревай между водкой и закуской. Не твое это дело. Давай, уматывай отсюда. Давайте я сделаю вид, что не слышал того, что вы мне говорили, а сейчас уходите, пока можете. Я вижу, вы только глотку драть здоровы. Сука, мы что, барского защитничка испугаемся? Покажем ему, как такие дела в нашей конторе обделывают. Благодарю за помощь. С этим сбродом иначе нельзя. Они сами напрашиваются. Как и ты. Ходишь здесь в такое время, в такой одежде? Ну, я здесь по делам. В таком случае удачи. Подожди. Ты помог мне раз. Может, захочешь помочь и другой? На этот раз не только за спасибо. В чем дело? Я не охранник и не наемный убийца. А мне ни тот, ни другой не нужен. Я просто приглашаю тебя прогуляться. А если по дороге что-то случится, тогда тебе, возможно, придется поработать. Что скажешь? Согласен. Буду идти в шаге от тебя. Держи меч наготове. Разумеется, просто на всякий случай. Ну, конечно. Я всегда так хожу на прогулке. Что ты? Во-во-во-во, не тушься, меня не запугивайся. Жалкое зрелище. Эти люди тебя здесь ждали. Во что ты впутался? Это обычные идиоты. Не знают, что не стоит задираться там, где будет крупная рыба. Я вспомню об этом, когда мы будем рассчитываться. Один, кажется, сказал, что покровители тебе не помогут. Во что ты впутался? Скажем так, я нашел определенную нишу, которую намерен занять. Подробности я оставлю при себе, поскольку не плачу тебе за вопрос.
Пока что я и Крона не видел. А мы еще не закончили нашу прогулку. Ты опоздал. Ну, скажем так. По дороге у меня возникли непредвиденные приключения. Но сейчас мы можем перейти к делу, и это главное. А это еще кто? Мой садовник. Я всегда беру его с собой. Он приносит мне счастье. Только не надо мне тут этих шуточек, ясно? Давайте быстрее, нет у меня времени здесь торчать. А мне начинает нравиться этот садовник. Добро. Давай к делу, а то нас тут зима заставит. У меня есть 4 кварты сразу. Еще 2 на подходе. Если ты не врал насчет спроса. Я, Гинтер Делаверак, никогда не нарушаю слова. Я раздал прошлые 4 кварты без всяких проблем, и люди готовы брать куда больше. Но это мы еще увидим. За последнюю партию ты должен 5000 крон. Мы договаривались на 4000. А я не люблю ловкачей. Не пытайтесь меня обмануть. Не то попробуете ведьмачьего клинка, правда? Меня не интересует, кто кому и сколько должен, но этот человек мне платит, так что я не хочу, чтобы он обеднел. Ведьмак, не ведьмак. Со всеми нами тебе не справиться. Хотите проверить? Худой мир лучше доброй ссоры. Пусть будет 4000. И пойдем отсюда. Вести с вами дела — исключительное удовольствие. Что ж, все вышло лучше, чем я мог ожидать. Ты нагулялся? Да. А вот и твоя плата. Один вопрос. Кому ты продаешь фисштих? Ох... У меня множество знакомых в высших слоях общества. Они требовательны и хорошо платят, но фиштех должен быть самого лучшего качества. Приятно было познакомиться. Слышно. Баба моя и не поверит. Глаза хватает. Баба моя и не поверит.
Ох, что-то у меня поясницу ломит. Господин, чего Ты капитан этого корыта? А что? Сколько будет стоить нанять этот корабль? Единство народов не нанимается. У владельцев свои планы. А кто-нибудь в Новиграде сможет меня взять на Скеллиге? В смысле, есть ли тут у нас психи? Есть, конечно. Волверстон по прозвищу Фляга. Спроси его в Золотом Осетре. Он овечек любит, как островитяне. На том они, небось, и спелись. Капитан этого корабля. Он перед тобой. Ну что, вылупился? Да, здесь капитанствует баба. Я должен попасть на Скеллиге. Не на этом корабле. Я хорошо заплачу. Островитяне живут морским разбоем. Я рисковать не собираюсь. Ты плавала туда когда-нибудь? Послушай, островитяне нападают на всех. Если кого ненавидят, тот же Нильфгард, на того нападают чаще. Но на самом деле для них большой разницы нет. Однажды взяли меня на абордаж. Хотели, наверное, проверить, капитан я или баба. После той свалки хватит для меня Скеллиги до конца моих дней. Вышел моряк. До первого блюда. Thank you.
дюжина не отказывает. Не тушься, меня не забудь. Еще чуть-чуть, я смогу бросить его. Не удавлю. А дальше ты мне всего только смогу. Ты Волверстон, капитан Атропос. Погоди. Я ли Атропос, капитан Волверстон? Твою кто же знает? Мне надо на Скеллиге. Моя Атропос идет на Скеллиг. Зерно везу. Только... У тебя деньги есть? Держи, этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца. Так что, готов в дорогу? Ты сам-то готов. Ты едва на ногах стоишь. Выясни себе одно. Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезво. Море в одну сторону, Волверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, дорогу. Поплыли. Топ. Осталось стременную и на пассажок за удачу. Здоровья мои, Атропос. Поднять паруса. Хватит болтать! К бою! Thank you.
Не подходи, убью. Я смерти не боюсь. Вижу, меня выбросило на Артскеллиг. Откуда ты знаешь? На тебе цвета клана Крайт, а Артскеллиг принадлежит им. Ты плыл на Атропос? Да, я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на Скеллиге? Встречаюсь с чародейкой. Йеннифер из Венгерберга. В Каэртрольде у Краха гостит какая-то чародейка. Может, она самая и есть? Кажется, не слишком ты ее жалуешь. И правильно, кажется. Говорят, она обвела Краха вокруг пальца и вертит им, как хочет. Страшно гнусная баба. Командует всеми. Одно слово, ведьма. Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было бы принять за касатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. У Йеннифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь. Знаешь, как попасть в Каэртрольде? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива. И придешь к мосту. Ярл сегодня в порту. И твоя чародейка должна быть тоже там. Спасибо. До свидания. Медальон дрожит. Это место силы. Паскуда!
логово сирен. Надо бы от него избавиться. Вперед, плотва! Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Бывай. Thank you.
приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Бывай. Среди живых лишь мгновение. В этом нет нужды, дитя. Знаю, но я хочу. Молодая. Пусть бы Бирна пошла, а не дольше ложа делить. Тихо. Она так решила. Отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Торжественная речь. Король Бран из клана Тирших собрался в свое последнее путешествие. Там, куда он уйдет, он встретит наших славных предков. Вместе они станут ходить в налеты и на охоту. Сядут в братском кругу и будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. А однажды
мы все станем с ним плечом к плечу. И это будет добрый день. Ты чудесно пахнешь. Геральт, мы на похоронах. Ты чудесно пахнешь на этих похоронах. Кланы Судскеллиге! По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбрать его преемника, который поведет нас против черных. Двор Каэртрольда распахнет двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тиршах. Еды и питья хватит на всех. Во время тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Я не видел тебя 2 года. Хочется забрать тебя в уединенный домик на берегу моря. И не выходить оттуда неделю. И что бы мы там делали столько времени? У меня есть кое-какие мысли. Та, в которой фигурирует веревка для трофеев, меня прямо заинтересовала. Ты опять читаешь мои мысли? Более того, мне они нравятся. Ты узнал что-нибудь в Велине? Немного. Сири гостила у тамошнего самопровозглашенного барона. Кстати, о ведьмах. В Велине я встретил нашу старую знакомую, Кейру Мец. Что она делает в такой дыре? Скрывается от охотников за колдуньями. Она сказала, что Цири искал какой-то эльфский чародей. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. До Новиграда я пока не добрался. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычная. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но мышавуры и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. Я не видел его с... С тех пор, как Цири была маленькой девочкой. Сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Даже на правах старого знакомого. Почему мышавур тебя не пускает? Скажем, мы разошлись во мнениях. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый волк! Приветствую тебя, Крах. Нам надо встретиться на тризне. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. Наш уединенный домик подождет. С Крахом Анкрайтом отношения лучше не портить. На перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовищ. Йен, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты. Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристойно. Я сняла комнату в корчме. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал.
интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Геймдаль даст нам сил. У тебя сегодня плохой день. Пусть она исправно служит нашему королю. Когда-нибудь мы с ней еще встретимся. И с королем Браном мы все еще свидимся. Рычуза, думай, куда идти. Мужественный вот наш чужеземцы тоже могут поучаствовать. И слава границ всех нас. Идеальная комната для Ян. Она всегда любила простор. И роскошь. Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала, как всегда. Черная и белая. Чучело единорога. Мегаскоп. Я смотрю, она без него никуда. Как говорила Филиппа Эльхарт, мегаскоп – вещь столь же личная, как зубная щетка. Она по-прежнему не расстается с отравленным источником Тиса и Даврие.
Не думал, что когда-нибудь решусь на такое, но чего не сделаешь для... Да. Кто для меня Йеннифер? Что? Что? Интересно, такой ли ты крепкий, как будет? Для друзей у нас есть сердце, а для врагов торгов. Эй, ведьмак, не ищешь ли работы? Приезжают тут всякие с большой земли, а нам потом... Бран был великим владыкой. И ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда с Келлиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах – фигура скорее символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Я Геральт, ведьмак. Бирна, королева Скеллиги. Приятно познакомиться. А теперь ты должен меня простить. Меня зовет Долг. Отличный наряд. Благодарю. Ты ослепительна. Знаешь, мне не хватало тебя и твоей искренности. Я рада, что мы здесь вместе. Не люблю я ни пиры, ни похороны. Знаю. А еще ты не любишь путешествий через порталы и картофельных оладий с сахаром. Но иногда приходится потерпеть. Пойдем, а то все перепьются. И разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет Крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. Тоже вчера. Про Удальрика разное рассказывает. Что вы привезли на прощальный пир? Вот ведь, сука, речь. Я за тобой слежу. Геральт, ты думаешь, я надела вечернее платье, чтобы демонстрировать его тюленям? Я только хотел подышать свежим воздухом. Хорошо. Когда проветришься, ищи меня у входа в пиршественный зал. Это еще что? Гравировка? Украшение? Расплавишь клинок и откуешь заново. Меч должен хорошо рубить, а не красиво выглядеть. Привет тебе, белый волк. Я ждал, что ты заглянешь. Да что там, был уверен. Да,
Лучшая мастерская доспехов на всем Скеллиге находится именно здесь, в крепости Каэртрольде. Это все знают. Воспользуюсь случаем в этом убедиться. Осмотрись. Не спеши. Как думаешь, кто станет новым королем на островах? Хьялмар, ясное дело. Он отважный, щедрый. В его жилах кровь краха. Нет лучшего претендента. Я ищу кого-то, кто сможет сделать доспех мастера. Не знаю ни одного мастера, который не был бы краснолюдом. Может, Фергус тебе помог бы? Говорят, он затерялся где-то в Велине. С удовольствием взгляну на товары. Будь здоров. Интересуешься оружием? Здесь у каждого клинка своя история. Расскажи какую-нибудь историю про твое оружие. Видишь этот меч? По клейму видно, что он был выкован на островах. Он принадлежал Ларсу, парню моего возраста. Что с ним случилось? Однажды ночью во время шторма пропала его женщина. Говорили, что ее любит Фрея, поэтому Ларс не верил, что она умерла. Он выбежал на скалы просить Фрею, чтобы та отдала ему жену. Меч он оставил в знак покорности богам. Он больше не вернулся. И этот меч продается? Можно было бы кинуть его в море. Но рыбам оружие без надобности. Семьи у него не было. Лучше уж я продам его подходящему человеку. Что у тебя есть на продажу? Будь здоров.
Но вчера мы наделали дел. Куда? Госпожа Йеннифер, господин. Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ, Геральт из Ривии. Большая честь для меня. Рад встрече. Гостей собирается немало. Каждый хочет проститься с королем и увидеть претендентов на корону. Мы хотели поговорить с Крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место рядом со своей дочерью Керис. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хьялмаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальбьорн, сын Хольгера Чернорукого. Это Лугас Синий, первенец Лугаса Безумного. А с сушеной треской сражается Одрик Анхиндер. Похоже, нас посадили с сыновьями ярлов. Керис Анкрайт, дочь ярла Гер, а дочери ярлов ничем не уступают их сыновьям. Вы, наверное, уже поняли, что каждый из них только и мечтает стать преемником Брана. Керис завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору наперегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине, а тебя там не было. Ты грела свои цыплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело, но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово о Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею. Хоть бы ведьмака. Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли ведьмак. Геральт? Я с удовольствием. Какие правила? Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хьялмара из пня на вершине. Если сойдешь с тропы, то проиграешь. А я уж думал, наплюю тут со скуки. Начнем! Пришли! Отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него топор Хьялмара, тот и победил. Я готова. Начинайте, когда я протрублю в рог. Покажи этой девке, где ее место. Быстрее! Топор в солнце растет. А ладно. Пес куда это знал. Ты все равно там будешь.
Я был впереди всего на волосок. Так не бывает. Есть только победа или проигрыш. И я проиграла. Лучше вернемся на тризну. Давай. Пир-то уже в самом разгаре. Мы потеряли вас из виду. Кто победил? Я проиграла. Ты проиграла ведьмаку, перепелочка. Всякий из нас проиграл бы. Хватит этой болтовни, давай выпьем. Сегодня не выйдет. И у меня на то есть причина, поверьте мне. Так когда же, как не сегодня? Благодарим за компанию. К сожалению, нам уже пора. Разве? Нам надо поговорить. Но не здесь. За этой дверью ты все узнаешь. Позвольте представить Геральта из Ривии, ведьмака. А это ярлы, Донор Анхинтер и Лугас по прозвищу Безумный. Называть Лугаса безумным – оскорбление для безумцев. Он обычный долбошлёп. Назови меня еще раз долбошлёпом, и я отрежу тебе башку, насажу ее на кол и носу в дырку от шеи. Хватит. Время решить спор здесь и сейчас. Вот напугал! Я уж портки навалил. Смотри, мудло, покалечишься. Я слышал, во время пиров на Скеллиге нельзя обнажать оружие. Я знаю священные обычаи. Но пусть и Лугас знает, что я не позволю опустошать Хиндерсфиаль. Не боюсь я тебя, Донор. Скоро я приплыву, выдеру жриц, напьюсь из твоего кубка и насру тебе на стол. Жди меня! Вот бы обрадовался император, услышав ваш разговор. Милости просим, его императорское величество, к нам на огонек. Пусть приходит. Мы черных не боимся. Грабить прибрежные деревни вы мастера. Только настоящая война с регулярной армией – дело другое. Гляди, какая языкастая! Иди-ка, ведьма, мешать в котле и своди чири. И не болтай о том, про что не имеешь понятия. Знаешь, Лукас, я ведь тоже в гробу видал священные законы гостеприимства. Ну, наконец, хоть какая-то веселуха. Меня от скуки уже плевать тянет. Иди сюда, приблуда. Покажи, из какого ты теста. Сдвигайте лапки, сейчас мордобой будет. Ну, сколько мне еще ждать? Пора заканчивать. Тебе не хватит? Ты меня ушатал. У меня все еще в зенках темно.
а зала качается, как дырявое корыто. Мы в расчете. А теперь попроси прощения у госпожи. Не держи на меня зла, госпожа. Я чародеек уважаю. Слова против них дурного не скажу. Я не в обиде. Забудем об этом. И мордобой хороший я тоже уважаю. Это дело мужское. Дай лапу, ведьмак. Давай я ее пожму. Ведьмак, выпей со мной в знак того, что не держишь на меня обиды. И обязательно заезжай ко мне в гости. Йорант уже давно ноет, что надо бы пригласить ведьмака на зачарованный маяк. Поболтаешь с ним за кружечкой пива в таверне под Оренбьорном. А после зайдешь ко мне, и мы уж там догонимся чем покрепче. За нашу встречу. Обиды я не держу, но выпьем мы в другой раз. Да, нас ждут важные дела. Береговые крысы всюду одинаковые. Баб своих боятся. Да. Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура. Ты не говорила, что он нас пригласил. Он не приглашал. Я так понимаю, Мышавура там не будет? Верно. И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу. Маску Урабороса. Она нам понадобится. А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Урабороса? Разумеется, в свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал.